Коробку храбрости доставили в добрую комнату. Благодаря ей посетителям детской поликлиники в поселке Малаховка теперь точно не будет скучно. Подарок привезли по случаю Дня защиты детей народные избранники. Книги, раскраски, карандаши и альбомы. Коробка храбрости – это настоящий клад для детей. Пополнили игровой уголок 3-го поликлинического отделения депутаты регионального и местного отделения «Единой России». Не каждый ребенок любит ходить к врачу, скорее наоборот, да? А здесь как раз-таки этот момент скрашивает и посещение поликлиники и так дальше. Поэтому сегодня мы как раз от Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» привезли для детской комнаты подарок. Пусть они, конечно, меньше болеют и будут здоровы. Но если уже ребенку пришлось прийти в поликлинику, то здесь ему будет чем заняться. Сделать визит к врачу приятным событием удалось благодаря инициативе Московской областной думы. Добрые комнаты появились в поликлиниках региона полгода назад. Пребывание деток в ожидании приема врача стало более комфортным. У детей есть возможность поиграть, порисовать, почитать и пообщаться друг с другом. Мы рады получить подарки и хотим выразить огромную благодарность за предоставленную нам возможность и за внимание к нашим деткам. Все, чего не хватало доброй комнате, теперь ждет маленьких пациентов. Правда, пока их лечат в основном на дому. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.